некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.